Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Группа Волощука СД выпустила новый альбом, называется он «Прикосновение Вселенной». Альбом, как и все предыдущие, посвящен все тем же извечным проблемам, волнующим человека вне зависимости от национальности, страны проживания, вероисповедания и политических убеждений. Встречи и расставания, любовь и дружба, мечты и провалы, везение и неудачи, веселье и похмелье, фильмы и сериалы, спесь и вседозволенность, вера в себя или в деньги. И над всем этим рефреном звучит вопрос заглавной песни. Слышим ли мы еще голос неба, напоминающий нам об общечеловеческих, а может быть и об общекосмических ценностях? В альбом группы включены 12 песен. «Прикосновение Вселенной». «Прикосновение Вселенной». Хочу я чувствовать всегда. «Окружают нас речи, окружают слова». Думаем, что мы умные, и не просто нас провести. Она хотела казаться. Она хотела казаться, а он загадочным быть. Мы хотели петь, как Битлы. Хотели петь, как Битлы. Самолет. Может, тебе в жизни повезет и не пригодится пулемет. На распутье. Каждый день мы стоим на распутье. Нелегко нам судьбу выбирать. Как же нам повезло. Кто сумеет дать нам ответ на вопрос, что волнует всех и в жару, и в мороз? Наивных много теперь. Наивных много теперь. Считают каждую дверь. Можно деньгами открыть, заставить даже любить. Мы смотрели сериалы. Мы смотрели сериалы, наслаждаясь каждым кадром. Она была грациозна. Все начиналось курьезно. Она была грациозна. Он на коне двухколесном решил ее подвести. Мажор. Запретов нет и тормозов нет. В глазах везде лишь зеленый свет. В глазах мажора зеленый свет. Твори, что хочешь, почему нет? Поздно решать, кто из нас прав. Поздно решать, кто из нас прав. Поздно гадать, кто виноват. Все песни альбома написаны и исполнены в стиле новый хард-рок, который есть на самом деле тот же самый классический хард-рок, только в новом современном звуке и с новыми смыслами. Все эти песни можно послушать и скачать в таких сервисах, как Яндекс.Музыка и Apple Music. До свидания, друзья!